up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see, matter of fact, cause I'm my own worst enemy. Главное, чтобы с лутом было. Вот сейчас ты падаешь, и сразу, чтобы был хороший лут. И тогда будет уже половина успеха. Это, короче, нам приснилась та игра, это все. Это был сон. Ну да, да, да. Снулись. Это, знаешь, мы этот, я отошел от планшета там, и оно куда-то приземлилось, непонятно, нас типа забили, все вот так вот. А че мы, город... Не-не-не, приснулись. Ну, давай да. На нефтяную. О, давай, все. Если что, будет все на твоей совести. Ты загадала нефтяную. Не, ну тут, как правило, я думаю, здесь не этот. Типы не начали падать, мне кажется. Мне кажется, все там. Тогда тоже достаточно много людей падает. Да? Короче, что-то я со своим вот этим городом на реке все провтыкал. Что-то думаю, что только туда все падают люди. Город на реке. Этот, как его? Фабрика я заметил, кстати. Очень много падает типов. Фабрика, да. Фабрика, стрельбище, город, потом турбина. Короче, везде, я понял. Короче, людей начало играть чуть больше, поэтому падают куда угодно, и здесь будет везде файт. Я понял. Так. Недавно игра была на этой карте, ну, на этой локации у меня. Угу. Да, Нюта, Нуар и еще это одна девчонка с нами отыграла. Именно вот здесь вот у нас получилось так, то что мы отыграли. Короче, девчонок забрали, угу. Я остался типа один. Получилось так, то что забрал двух типов, одного Грены забрал, чисто по случайности кинул Грену. А, я люблю такое, да, на фонарь кидаешь, оно кого-то забирает, да, есть такой момент. Я ты видел, где они находятся? Ага. Ну ты примерно ты бросил, короче. Подвале, вот. Сверху бегает, над нами прям. Да-да-да. Двойка. Ну, ботва, по-моему, один. А второй не знаю. А еще один напротив прям. Да, у нас вот сейчас вот здесь. О. Минус. Ну, я еще профукал. Да, бот был, ладно. Ничего страшного. Вон трусик там твой лежит. Что, я забрал? Мелких 20, да, тебе у меня есть? Он бросил. Вот, видел? Что там тип? Спасибо, там уже его забрали. Угу. Сзади тебя. А есть такое дело? Пусть делает вещи. 100%. Классика. Еще где-то работает снайпа. Или это работает наш? Вот с той стороны. С той стороны загорают, обрабатывают. Угу. Ну где-то в тех районах. А у нас, угу. Короче, кроме мотыка ничего нет, да? Из транспорта. Моток и все. А что у нас там? За вертолет бодаются или что они там стреляются? Угу. Понял. Идем проверять, значит. Сверху. А, мы как раз тут и этот. И будем в кольце как раз. Там шатали. Ну чё, тут нет никого, Катагава, или ты выбрасываешь дрона? Ну тут, скорее всего, ботва кусалась. Чё-то мне такое чувство. Так, ладно, надо искать какой-то транспорт. И съездить на стрельбище, надо проверить, как там обстановка.
У меня есть, короче, квадрик. Может, там кого-то еще сейчас подкину, возьмет мотик там был. О, сверху. У Катагава как раз там. Залетела пулька. Есть такое дело. Так, надо кого-то будет сейчас еще забрать. Тогда вот забирай. Угу. Сейчас найду транспорт. Давай, прыгай, брат, поехали, Катагава. А, у нас лут, все, не прыгай, не едем никуда, лут ждем. У нас лутецкий, сейчас заберем лутецкий, а потом подождем ребят и потом пойдем дальше. А, так, Алина Скибеда, я, наверное, завтра скачаю ОК. Ты имеешь в виду Apex? ОК. Роберт ждет самолетика в КБ. Да-да-да, я имею в виду... А, ты имеешь в виду по поводу хищника-истребителя? Я жду, мне интересно, как там будет работать... А сейчас заберем же лутик. Как там будет работать эта механика, как он будет реализован, этот истребитель? Мне очень интересно, если ты про это имеешь в виду. Тогда, если там есть Арктик, оставь, пожалуйста. Нуар, да... Дамир обижать, когда не может убить никого. Дамир, говорят, что ты обижайся, когда ты никого убить не можешь. Правда? Правда, нет? Да, есть такое. Ну ничего, мы, ты, если что, кричи, мы тебе будем отдавать типов. Он за камнем, например, еще один. Короче, двоих забрали, а двое поехали, что ли, или как у них склад? Они возвращаются за типом. Ой, двое в тачке. Двое в тачке, двое тачки. Меня сбили. Сейчас, 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 сейчас. Конечно, сейчас я дым дам. Катагава, твой выход стандартный. А надо забрать типов. Надо добрать типов, потому что они остановились где-то внизу. Да-да-да-да. Понял? Минус один дал. Еще одного надо закрыть. Кто с кассеткой? Уходит тот тип. Четвертый ушел. Так, а чей жетон? Сейчас резнем. Он, если что, тут на этом кружит. Возле, возле камня стойте, он и кружит где-то на сноуборде здесь. Он хочет своего братика забрать. Точнее, жетончик его. Да, снайпан еще напротив работает, если что. По мне. С какой стороны? Сейчас дам метку, вот смотри. Вот тут. Понял? Вот там дерево, вот в тех краях. Mm-hmm. Увидел, нет? Есть там тип? А, он на сноуборде уже перемещается. Он уже на сноуборде. Вот смотри. Он сюда уехал. Угу. Он, короче, кружит, хочет как-то подобраться к жетонам. Он на КамАЗе едет, да? Да-да-да-да-да-да-да. Если что, работаем по КамАЗу. Взрываем прям КамАЗ. Ой, брат, не доехал, извини. Ничего, ничего страшного. Такое бывает. Усердно. А, он все равно резнул. Смотри, двое типов спустились его. Обернись назад, обернись. Да-да-да-да, вот там видишь, двое типов, он на пузе лазит. То ж его катаны. Катаны, пацаны. За камнем сидит. Надо сейчас проработать хорошенько со снайпы. Идеально было бы, конечно, взять их на этот... На тайминговую. Ай, патроны закончились. Ай-яй-яй-яй, уходит попрыгунчик. Он один? Один, наверное, спустился. А чё это такое серьезное прям? Это Один так стреляет или что это было? Звуки такие адовские. Сзади, 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 сзади работает кто-то. И сверху кто-то работает. Короче, со снайпой сверху разобрался, а там типа снизу не знаю. Вот. Забрали его, нет? Одного забрал, типа снизу. Нуар, ладно, я пойду, удачи, занять топ. Спасибо большое, а Дамиру никогда не обижаться. Дамир, тебе передали, что ты никогда не обижался. Нуар, спасибо, что посетила стримчик. Приходи обязательно, будем катать, будем кайфовать и все вот эти штуки интересные делать. Хорошего вечера. Спасибо еще раз. Погнали, погнали в зону, друзья мои. Потому что, а что у нас, один дырчик и все, больше ничего нет. Погнали пешочком. А он четырехместная, смотри.
Да, 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 да. Да стой же ж ты, ёшкин матрёшка. Катагао, подожди, сейчас поедем. Погнали, мы всё-таки возьмём пушечку. Вот туда вот. Погнали. Или где у нас целый? Можно типа вот сюда вот съездить, но там навряд ли целый он. Мне кажется, целый вот в воде только будет. Давай ближе к воде поедем, попробуем туда забрать его. Но он там по-любому целый. Вот там вот. Не думаю, что это хорошая идея. Ну, open field будет, но попробовать давай. Или давай на антенну уже, ладно. Что тут будет, то будет. Но раз он разобран, значит здесь уже типы могут засидеть. Аккуратно только. Аккуратненько. Да, есть, я же говорю, засада по-любому есть. Классика. Катагава, красава. Дрончиком сразу застанил. Двоечка, да, была? Да. А не, это боты были? А, я понял. Сборок нет у них, да? А вот теперь ребятушки приехали. Ой-ой-ой. Чуть не забрали, секунду. Меня там кружат вдвоем. Вдвоем. Сейчас я резнусь. Секунду, подождите, пацаки. Закрывайте с двух сторон их. Молочка в этих. Все, докатались, пацаки. Вот это приехали вы, ребятушки, вовремя. Молодцы. Вот и сборочки. О, еще вот тут. Да-да-да-да-да-да. А знать бы, где он. Наверху на антенне, что ли, сидит? Наверное. Не, у меня. Не, это бот. Снайпа там и сидит, наверное. Да, она сидит на антенне где-то, только я не вижу. Снизу, сверху. А, в самом этом, да, внутри антенны? Да, спустился, смотри. На нас идет, на меня. Минус. Долг. С HBRA бегать, уж. Так, а что там еще происходит? Катагава раздуплил. Все, красавчик. Так, а кто у нас пространство сканирует? Тут кто-то еще идет. Ага, я вижу. Крыша. Крыша и низом возле бочек идет. Я сейчас низ закрою. Низ закрыл. Крыша, что там? Как дела? Я ухожу на отхил. Понял, что нету его. Все, понял. Ребята подъехали и отъехали сразу. А, я понял. Сейчас дам. 135 возле куста, возле камня стоит тип со снайпой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поднимите, пожалуйста, рядом. Сейчас, секунду. Один момент. Спасибо. Дым дал. Да, меня уже поднимают. Я дым дал. Спасибо. Все, вижу типа. Ушел. За бугор ушел Катагава туда. Да, прямо видишь? Хороший зажимчик. Чуть за дерево справа там идет, да. Ну все, он приехал, все нормально. Еще один. Со снайпы там работает. Хорош. Все, минус. Все, тут вроде больше никого нет. Отличненько. Получилось все. Все, всех похилили, всех порезали, да? Все нормалек, живы все. Красавчики. А что там? Ух ты, спасибо. Что там есть типы, да? Да, там двойка, один на машине, один нет. Один отхил идет. Ой, хорош, извините, у кого слепо сосал. Ничего страшного. Так просто навернулся, чувачок. Один спускается. Я так и знал, что тут один. Ой, у меня этот рядом типы, слышишь? Меня собак кинули. Собак кинули за шиворот. Ой, я про братик вернулся, я тебя уже забирал. А как кто тебя ж опять треснул-то, а?
Мухтары эти. Чё там, чё там, чё там? А, вижу, лежит в траве, слышишь? Этот тип, мы уже их забирали, этот сквад. Мы этот сквад уже забирали. Право там на Лутецком, по-моему, бодаются. Не, надфили пока что. Да, красава, красава, Катага, вот умничка. Я разбил, ты добил, вот это молодец. Команда. Команда, ух. Работаем до двух. А кто там еще что-то есть? Если есть, кидайте меточку. А, ты того добивал, я понял. Нам нужно как-то смещаться в сторону зоны. Получилось. В зону, наверное, подъезжать нам. На этой красивой драконьей тачке поедемте. Еду. Я пока делаю бёрнаут тут. Все, погнали. Так, надо, короче, еще кого-то сбить до хорошечного эффекта. Рысь отлетел, красавчики. Вот тут где-то идет пальба, стрельба за деревом, да? А есть такое дело? Reloading, cover me. The airdrop is coming. Ну, где, да, типы в доме, да? У Катагавы там, у Катагавы там. Ой, снайпа работает прям по мне. Скорее всего, крыш. Нет, крыши нету. Камень, 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 камень. Ой, хорош, Толя. Ой-ой-ой. И я получаю, получаю. С окна в дом, с окна. В доме окно второе, а там сверху тип со снайпы. Кинул меня кассеточку, гад. А ну покажись. А теперь он крыша. Ой, хорош, Андрей отлетел, брат. Нарвал. И сзади, сзади, за забором. За забором там тип бежит, он просто на кривой козе. Ой-ой-ой, хорош. Вот это топчик. Вот это, друзья мои, вот это показательная казнь. Вот это вот ребята отыграли. Вот. Молодцы.